Всем привет! Сегодня хочу сделать вам обзор на наборчики от фирмы Wood Stitch. Эти наборчики я получила из магазина иголочка.com.ua. Ссылочку на магазин я вам оставлю под видео, я уже не первый раз там делаю заказ. И фирма Wood Stitch представлена там в широком ассортименте. А также очень много наборов украинских производителей, которые мы можем купить по доступным для нас ценам. У магазина «Иголочка» есть свой канал на YouTube. Я вам оставлю ссылочку для того, чтобы вы могли посмотреть другие обзоры. Обратите только внимание, что в период карантина доставка в Россию подорожала. Но, надеюсь, скоро она будет стоить так же, как и раньше. Ну и сейчас покажу вам наборчики. Это вот такие пасхальные наборы. Вот такие классные наборчики. Еще у меня есть, сейчас покажу. Они, конечно же, вышли перед Пасхой, но поскольку из-за карантина границы были закрыты, получила я их не к Пасхе, а намного позже. Ну, в принципе, это не так важно. Я их вышью в следующем году. Ну и сейчас посмотрим, как комплектуются эти наборы. Я уже показывала, и готовый есть у меня мышонок от фирмы Wood Stitch. Очень нравится мне эта фирма, ничем не хуже, чем «Волшебная страна». И вот давайте посмотрим, какая здесь комплектация. Посмотрите, какая ажурная деревянная заготовочка, обалденная. И обратите внимание, что можно купить только заготовку, а можно купить набор с бисером. Читайте внимательно описание. Вот видите, да, наборчик 11 сантиметров на 6. Если у вас есть свой бисер, если большие запасы, вы можете купить только деревянную заготовку. Кстати, это очень-очень удобно. Еще обратите внимание на фирму Wood Stitch, какие сейчас там красивые шкатулки, органайзеры, ключницы. Ну, это просто там такой ассортимент, глаза разбегаются. Давайте посмотрим. Вот такая вот деревянная заготовка. Я уже говорила, мне очень нравится качество дерева. Оно такое гладкое, ничем не хуже, чем у «Волшебной страны». На мой взгляд, даже может быть и лучше, потому что здесь, вот видите, идет разметка. Когда я вышиваю по разметке, я абсолютно не ошибаюсь. Посмотрите, какая резная, красивая заготовочка. И вот такой красивый фуамиран, наверное, это не фетр. Похоже, что это фуамиран нежно-розового цвета. И такого же нежно-розового цвета вот такая вот салфеточка, которая приклеивается вот на эту вот подставочку. То есть вот так это все собирается. Смотрите, вот такие вот ножки. Вот видите, здесь вот такое темное дерево, а здесь светлое. На мой взгляд, очень-очень красиво. Также вот бисер. Вот, видите, какой яркий бисер. Давайте сравним с превью. Вот сейчас посмотрим превью. Здесь, видите, такой фон, как будто коричневый, да? На самом деле прозрачный желтый бисер. Ну, то есть все это выглядит намного ярче, чем на превьюшке. И ниточки вот на бобинке, ниточки намотанные. Вот такая вот идет схемка. Схемка очень удобная, такая крупная. В принципе, нормальная схемка. Так, единственное, что я здесь не найду, это иголочку. Почему-то я здесь не найду иголочку. Так, может быть, я ее выронила или я ее не вижу. Так, ну сейчас посмотрим мы в другом наборчике. Смотрите, вот такой вот красивый яркий петушок. Вот они, иголочки в отдельном пакетике. Видите, идут две иглы. И вот второй набор, где вот такой вот красивый петушок. Давайте посмотрим. Тоже деревянная заготовка оранжевого цвета фуамиран и такая же оранжевая салфеточка. Обалденно смотрится, да, вот так вот по цвету все подобрано. Ну, мне нравится, очень мне нравится вот такая заготовка. И здесь на черном фоне, вот черный идет фон, и вышивается вот такой вот яркий петушок. Ну, прям очень красивый наборчик. И смотрите, еще вот такой вот есть наборчик, тоже на черном фоне. Вышиваются красные, желтые цветочки, голубые, незабудки. Ну, тоже будет очень-очень красивый. И тоже здесь идет оранжевая салфеточка. В общем, вот такие вот три наборчика, замечательные, с пасхальным сюжетом, приехали ко мне из магазина «Иголочка».
И смотрите еще, вот такой вот красивый фламинго. Тоже идет на подставке. 16 на 10 сантиметров. Давайте сравним. Вот посмотрим, здесь 11 на 6, а здесь 16 на 10. Ну, то есть он чуть получается повыше. Вот. Ну, тоже давайте распечатаем, посмотрим. Вот такой фламинго. Вот видите, там где разметка, это будет у нас лицевая сторона. Это обратная сторона. Вот так здесь иголочки вколоты в фетр. Кстати, здесь идет фетр. Если там фуамиран, то здесь розовый фетр. И видите, мне нравится, что фетр цветной. Не белый такой вот, а вот цветной. И фетр достаточно жесткий. Я люблю такой вот жесткий фетр. Вот. И вот такая вот идет подставочка. То есть вот так вот будет этот. То есть вот так будет стоять этот фламинго. И вот такие вот красивые цвета. Розовый фламинго. Обалденный. Конечно же, там много разных наборов я выбирала на свой вкус. Если вам интересно, переходите по ссылочке, которую оставляю под видео. Спасибо вам за просмотр. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока.